Привет, народ. Сегодня у нас суббота, я уже отработал свою смену. Иду покупать штаны, потому что на всех этих работах ушатался свои шмотки. Все, застыните. Так и хожу. Как с работы вышел, так и пошел. Штаны не снимал, одни остались. Курва. Дальше вы увидите, как я работал, мой рабочий день, что я делал. Если интересно, смотрите. А я бы хотел посвятить этот день людям с Познани. Грише, Марине, Наталье и Саше, которые не оставили меня в сложную минуту, подкармливали и выручили немножко деньгами, когда мне необходимо было. В тот момент, пока я работал на посредника, который так и не отдал мне бабки. Хотя обещал. Ну, обещал, его человек обещал дать. Тут сотня долга, которую я вот должен ребятам. Поэтому мне приходится на новой работе закрывать дыры старой работы. Вот это супер, да? Перевел целый месяц, потратил, поработал, не заработал ничего. То есть заработал 1000, но не получил ничего. Еще сейчас мне это аукается в виде долга, который нужно отдать, который я просил отдать. Сука, нахуй ты пиздишь?